Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я хочу поделиться, как можно приготовить быстро на скорую руку из лаваша постную такую овощную шаурму или рулет лаваш. В середине полностью овощная начинка, но лаваш такой начинкой получается очень вкусным и сытным. Такой лаваш-рулет можно приготовить на перекус, ну или просто вот порадовать своих родных во время поста. Абсолютно постный, очень вкусный. Готовится быстро. Приготовим постный ролл из лаваша. Для этого я взяла тонкий армянский лаваш. У меня вот такой вот со шпинатом зеленого цвета. Но это не обязательно, можно взять самый обычный лаваш. Также взяла шампиньоны, как видите, совсем немного. Свежий сладкий перец, огурец. Немного лука порезала, буду обжаривать вместе с грибами. Также свежая зелень, укроп, листья салата и листья пекинской капусты. Мягкие ее части, твердые пообрезала. Тут у меня фасолевый майонез, который я готовила, вы видели. Соль и перец буду добавлять все по вкусу. Приступаем к приготовлению. Первое, что делаю, это нарезаю шампиньоны на очень тонкие пластинки. На такие вот тоненькие пластинки нарезаем все шампиньоны. Шампиньоны я нарезала и отправляю на сковороду обжариваться вместе с луком. Пока у меня обжариваются грибы с луком, я еще натираю одну небольшую морковочку на терке по-корейски. Также ее добавим в наши роллы. Здесь на самом деле начинка может быть любая, абсолютно что у вас есть, тем можно и заполнять. Так как это вегетарианская, сыроедческая, такая вот постная, овощная у нас будет закуска, то сюда можно класть абсолютно любые овощи, какие у вас есть. Помидоры, огурцы, капусту. Любую зелень свежую, грибы, морковку, ну, в общем, все, что хотите. Шампиньоны я обжарила с луком вот до такого состояния. Слегка их приперчила, посолила. Теперь отставлю в сторону, пусть они остывают. За это время, пока они обжаривались, я натерла по-корейски морковь. Терку я использовала по-корейски, но можно взять и самую обычную. Теперь нарезаю огурец и сладкий перец. Я думаю, мне достаточно будет половинки огурца, так как я буду резать его на очень-очень тонкую соломку. И теперь буду нарезать сладкий перец. Сладкий перец я также буду нарезать на вот такую вот тонкую-тонкую соломочку. Так, ну думаю, половинки мне тоже хватит. Также нарезаю пекинскую капусту на тонкую-тонкую соломку. Вот таким вот образом. Итак, для шаурмы я подготовила обжаренные грибы с луком, порезанную пекинскую капусту, порезанный сладкий перец соломкой. Также соломкой нарезала свежий огурец. На терке по-корейски подготовила морковку. Ну все, теперь собираем наш постный рулет, лаваш, шаурму, как хотите, так и назовите. Я взяла тонкий лаваш, у меня он в двух листах, такого вот квадратного размера. Я его здесь, значит, посерединке разрезаю. Итак, значит, вот 4 лаваша у нас. Берем первый лаваш и слегка, совсем по чуть-чуть, чтобы он не раскис. Смазываем его постным майонезом. Как сделать постный майонез, вы можете посмотреть в моем недавнем видео. Я его готовила из фасоли. Он абсолютно постный, без яиц. Такой, можно сказать, вегетарианский. Или у кого аллергия на яйца, вот рекомендую посмотреть, как можно приготовить такой постный майонез. Все, теперь укладываем все, что у вас есть. Желательно, чтобы на край, вот я сейчас использую листья салата, и они у меня немножко такие кучерявые. На край выходил вот этот вот край кучерявого листа салатика, так как мы будем заворачивать, чтобы все это красиво выглядело. Выкладываем пекинку. Начинки сильно много натрамбовывать не нужно, потому что она при сворачивании будет выпадать. Теперь кладем наши обжаренные шампиньончики. Ну а теперь уже все остальное, что у нас есть. Морковка, огурчик свежий,
нарезаны все это тоненькой соломкой. Сладкий перец. Перец можно брать разных цветов. Вообще будет красиво, замечательно. Еще раз очень осторожно, аккуратно вот это вот поливаем соусом нашим постным майонезом. Теперь петрушку или укроп, что у вас есть. Вот у меня укроп, я просто вот так нарву вот этих вот мягких листочков. Теперь это желательно все слегка подсолить и поперчить. Все, теперь осталось дело за малым. Все нам это нужно аккуратно свернуть, чтобы начинка осталась вся в середине. Я это делаю вот таким вот образом. Я намеренно оставила с этой стороны пустой край, с этой и отсюда. Я, значит, теперь этот край загибаю сюда. Вот таким вот образом. Этот край подворачиваю сюда. Тем самым закрываю начинку и начинаю сворачивать ролл. Все, вот так вот. Завернула. Вот что у меня получилось. Такой вот ролл, лаваш, готов. Это порция на человека. Готовьте, радуйте себя, своих любимых, вот такими вкусными, аппетитными закусками. У меня еще есть вот такие вот конвертики бумажные. Я покупала специально, чтобы готовить и брать с собой в дорогу было удобно. И я буду вот так вот упаковывать. И вот таким вот образом можно его держать в руках и подавать. Кстати, вот таким вот вариантом можно его приготовить и взять с собой в машину, в дорогу. Если вы едете на какое-то небольшое расстояние и в дороге захотелось перекусить, вы можете с собой приготовить вот такие вот замечательные роллы или лаваши с овощами. Ну, название может быть абсолютно любым, но на вкус оно очень вкусное. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал! Оставляйте комментарии, ставьте лайки, смотрите другие видео. Всем пока-пока, до новых рецептов!